Команды встречались уже во второй раз в чемпионате. И единственное поражение у «Спартака» было от «Торпедо». К этому матчу одна команда больше всех забила, а другая меньше всех пропустила. И каждый из коллективов старался продемонстрировать свои достоинства. «Спартаковцы» большую часть времени атаковали, а «Торпедовцы» почти всей команды оборонялись. Особой красоты такой футбол не доставил. Краснобелые почему-то редко в наступлении использовали фланги, а попытки пробиться через центр не приносили успеха. За всю встречу команды создали по 2-3 острых момента. Вот их мы вам и показываем. 0-0 – это успех хозяев поля. Они отобрали у чемпиона 5 очков. В остальных 10 матчах «Спартак» потерял всего 2 очка. А это эпизод в конце игры, один из острейших. Филимонов выходит из ворот, сбивает комольцу и получает предупреждение.